Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, форум Дэн Куздума, Додик, Семечки, Дэнчик, Секрет, пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Всем нравится рубрика, когда мы выживаем на зданиях от Никсботов. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Первое здание, вот такой вот простенький домик с балкончиками. Ставлю для начала новенького гнома, посмотрим, что он может. У него музыка новая, ребята. Обязательно ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, чтобы мы выжили. Ну, видите, мы не выжили. Это что, он, получается, с одной подачи вырубил просто здание? Вот это было мощно. Я что, последний? Ну да, ты выиграл. Подсчитываем обязательно, кто сколько раз выиграл, и тот будет победителем в этой серии. Следующее здание вот такое вот. Смотрите, как прикольно оно смотрится. Это просто контейнеры. Такие помятые все, размятые. Так, ну давайте опять нового гномика. Мне кажется, он намного жестче. Что-то у меня такое ощущение есть. Дэн! Улетел первый, есть. А музычка такая прикольная. О, гонд лупашит. Блин, жесть. Бегите, бегите, бегите. А кто выиграл у нас? Мы с тобой, Дим. У меня есть гигантское большое здание, смотрите. Вот это уже посерьезнее. Надеюсь, что он так быстро его не разломает. Я на это надеюсь. Как будто нефтенасоска какая-то. Давай, нефтенасоску, ломай. Так, сейчас мы будем дольше выживать. А, не вижу. Давайте еще одного поставим. Давайте всех поставим, которые у нас есть, чтобы было веселее. Три гномика. О, старый пошел, дудочник. Так, все нормально. Ой-ой-ой, шакаль. Ребята, вот это угар. Жестко ломает. Так, мы пока выживаем. Форум, Денчик и я. Хорошо тащим, пацаны, мы сможем. Кто-то еще живой у нас в постройке остался? Нет. Отлично. Все. Так, подожди, если мы будем тут все стоять втроем, мы сольемся. Нет! Почему нет? Ой-ой-ой-ой-ой. Ого, труба. Я последний. Денчик победил. Ставим проверенную постройку, которая уже годами тестировалась. Я мы в третий раз его и записываем. А что это за кнопка? А, это лифт. Нифига так, себе. Так, все, поднимаем то, чтобы он не так разрушал нас. Так, и мы сейчас поставим гномика вот такого. Это более олдскульный, мы его очень редко используем в последнее время. Давайте мы с ним повыживаем. Он идет. Готовьтесь. Я полетел. Ух ты! Вот это он там крышит все. Пацаны, уже нету лифта, что такое? Вот он, вот он, вот он! Он прям подо мной. Вовремя я... Блин, хотел сказать, вовремя я ушел. Прощайте. Ух ты, блин. Пропом убила. Так, смотрим, кто же выиграл? Семечки, Додик, Куздума. И кто у нас еще? Все. Ну, бывает. Так, идет, идет, пацаны, готовьтесь. Ну, ну, давай, 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 давай. Давай, Дэн. Как у тебя там никнейм? ТТВ Дэнчик, странный очень никнейм. Вот, Семечки. Живи, Семечки! Ладно, упал. Все, у нас победитель есть. Постройка классическая. О, ностальгия прям. Ну, поставлю всего одного гномика, чтобы было интереснее выживать. Погнали. Давайте вот такого поставим. Вон он идет себя по полю, гуляет и такой думает, а что вы там стоите на здании? И начинает все крыши. Ого, он за... Эй, тихо, тихо, тихо. Блин, пацаны, я к вам. Дэнчик, держи меня. Есть, отлично, я здесь. Блин, он так опасно шатался. Помогите. Нифига себе, с одной подачи просто пол здания разрушил. Это было мощно. Ребята, вы горите. Не-не-не, мы не можем такого быть. Да, горят. Слышу, горит. Еще одного поставил. Секрет. Готовьтесь. Ой. Ой-ой-ой, мы падаем. Дэнчик, я выжил? Я вот стою в помещении, смотрите. Да. Ура, я победителя могу быть даже. Да. Это очень круто. Эй, не делай так больше никогда. Ладно, делай. Он его полностью разрушил, смотрите. В ноль просто улетело все. Давайте теперь возьмем такую капитальную постройку, где прям можно реально долго повыживать и кайфануть. Ой. Так, выбирайте сразу себе хорошие места. А я буду ставить домик. Ого, здесь такой стоит телескоп. Я буду, наверное, на крыше выживать. Это более безопасное место. Все, пацаны, летать нельзя. Ставлю. Не, давайте все-таки поставим вот этих. Четыре штуки, погнала. Проверенных.
Стоим себе, отдыхаем, чилим, никого не трогаем, все спокойно у нас. Ой, полстена улетела. Хорошо. О, блин, надо двигаться. Потому что они в воздухе не могут корректировать свой полет. Нормально все, пацаны? Все четко? Да. Я рад за вас. Все замечательно. Ого, оно же залетело на крышу. Все. А что оно горит? Оно само поджигается, я так и не понял. Да. Это магия. Осторожно. Пацаны, осторожно, реально. Ого, у нас еще сколько на крыше было. Тек, я понял, надо спрыгивать вниз. Блин, тут щель есть зазор? А, как же вниз спрыгнуть? Мы загорели. Осторожно, горит. А, жопа горит. Помогите. Дима, иди сюда, иди сюда. Да это кто-то поджигает из пацанов. Я понимаю этот прикол. Стоп. А, потушить там было. Ё-моё, я пока посмотрел, уже слился. Так, смотрим, кто выиграл. А там при любом случае... Нет, я упал. Вот, Госдума, победитель. Где? Вот он стоит, смотри, на крысу, как красиво. Хорош. На крысу. Красиво вы его пристрелили, это было эпично. Так, продолжаем. Ну, все равно победитель. У нас есть еще очень крутая постройка, сейчас я вам покажу. Это просто бомбейская, одна из самых лучших построек. Залетаем. О, легенда. Да, это легендарные постройки, которые мы используем всегда. Блин, так непривычно такой материал видеть, как стекло какое-то. Я лучше сяду куда-нибудь. Это стекло. Садись. А, да, точно. Поехали. Четыре штуки, по старой схеме работаем. А не, пять. Почему? Я думаю, на балкончике лучше отдыхать. Блин, лучше вот так, может, я успею перепрыгнуть. Хорошо, что на балконе не стоял. Ну нет, ну как так быстро? Я живой. Тихо, 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 тихо. Есть, я выжил, пацаны. А что, все умерли? Нет. Нет. А, понял. А, вот еще... А, вы все... Блин. А я, блин, на крышу не залетел. Надо было залетать на крышу. Тихо, тихо, тихо. Так, спокойно. Спокойно. Не нервничайте. Вы все стоите на одной плите, вы все сольетесь одновременно. Все хорошо. О, Денчик, молодец, хорошо, что ты выбрал эту тактику. Красава, что так делаешь. Смотри, сейчас они только допрыгивают, и все сливаются. И не жарятся. Блин, ну кто полит и поджигает? Дай я ее подожгу. Я понял, что вы через цею поджигаете. Ух ты, красиво тупо снял в воздухе. Блин, это было эпично. Дэн, давай, я за тебя болею, ты должен выиграть. Так, осторожно. Ух ты, как это работает. Ничего себе, волчара сидит. Ну да, то он красавчик. Он знает, что делать. Так, пацаны, летайте над другими игроками, чтобы они на них и агрились. Прямо вот кто хочет, чтоб слился, давайте над ним летать. О, Дэн, я за тебя так болел сильно. Бум. Ну вот, получается, кто у нас выиграл? Тот, кто играет за миньона. Это просто эпик. Поднимайтесь, поднимайтесь все. Блин, я буду... Не, я на крыше не буду, там сольюсь. 5 штучек, всего-навсего. Не, давайте 4. Да, 3. Да, прям на одном месте, прям интересно. А я буду тут стоять. Нет, я не буду тут стоять, я буду тут стоять. Давай бегать по лестнице, они не... А, блин, лестницу уничтожили. А все уже. Блин, я слился, я закосячил. Ну ладно, я поддался на самом деле специально. Я прыгнул на лестницу. Вы что, на штыре сидите? Денчик, не больно? Нормально, да? Это смешно смотрится. Денчику можно. Блин, да я ж ничего уже не сделал вам вообще в жизни. Денчику можно. То я буду тут лететь. Я думал, это больно. Все, готовьтесь, он прыгает. 3, 2. Ты мимо. Страшновато что-то. Да не бойтесь, пацаны, они вас убьют. Вот сейчас будет. Вот сейчас будет. Только меня трогают. Растерзали вас всех. Ух ты. Ну? Дим. Да? Знаешь, что должны подписчики сделать? Поставить лайк и подписаться на канал. Да. Совершенно верно. И обязательно залетайте в наш Дискорд, чтобы пообщаться. И кто хочет, может попасть к нам в ролик. Я буду не против, только за. Вы видите, они все ближе и ближе. Они нижнюю часть полностью растерзали и просто уничтожили. Я так хорошо держался. Ой-ой-ой. Реально секрет. Ну. Раз, два, три, четыре, пять человек друг на друге стоят. Все хорошо. Все нормально. Все хорошо, идем ко дну. Так, надо над вами летать. А вот эта стратегия достаточно хорошая. Согласен. Они мимо прыгают. Один умрут все. Но меня пихают. Че они мимо прыгают, я не понял. Они косоглазые. Рахиты.
Я вакханалию начинаю устраивать. Кто тогда попадет? Да ладно! Да ладно, прохладно! Ай, блин, это... Все, Дэнчик слился. Смотрите, 4 человека друг на друге стоят. А как мы читер? Вот посмотрим, кто... Ой, я буду над вами. Спрыгивайте оба, я тут останусь. Смотри, 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 сейчас будут прыгать и убьют их. Можете прыгнуть, пожалуйста. Моя жизнь зависит от тебя. Нет. Опа, минус один. Давайте еще добавим, я хочу, чтобы было еще жестче. Ты куда там? Надо, чтобы вас замочили, они эти гномики. Ух ты! Все. Красавчик. Вот это ты молодец. Блин, да я тут ни при чем уже проиграл. Так, ставлю такую построечку, но сейчас будет один гномик всего. Самый безобидный, кстати, будет. Самый лошарный. Это на сам всех скину. Так, вот. Самый слабый, который у нас есть. А оно еще все физичное такое, никак. Да-да-да, она желе, она по-настоящему построена. Ух ты. Так-так-так, я должен победить. Я должен выиграть. Я на кубиках. Хорош. Не на кубиках. Ты не на кубиках. Я последний. Я завис. А нет, я был не последний. Блин, а так хотелось выиграть. Ну, Дэн по факту выиграл. Дэн, ты че мочишь? Ты че выигрываешь постоянно, Понькс. Вот она. О. А что это такое вообще? Это кафешка какая? Давайте ее посмотрим. Да, это кафешка. Дима, здравствуйте. Это любимое место. Да? Туалеты. А, да? Я знаю твои любимые. О, Кока-Кола написано. Яйцо под названием Дотик. Все, пацаны, залетайте на крышу, я буду ставить. Дотик, ты еще и овощ оказываешь. Все на крыше? Не, я. А, я вижу, куда вы хотите сесть на столб. Ну, давайте. Все, пацаны, кто будет летать, тот проиграл автоматически. Летать нельзя, когда уже стоит гномик. Давайте опять безобидного поставим. О, нифига, не безобидный, это троллинг Дима. Небольшой. Дима, посмотри, где. Я вижу, вы на столбе там. Класс, класс, живем. Четко? Дима, надо себе столб удалить, чтобы... Нет, 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 пусть выживает, это тоже часть постройки, все по-честному. Так я тоже тут просто. А, да? Ого, вот вам и прикол. Вам этот столб по башке же и прилетел. Ого, он там ремонты, пацаны, делает. Да. Ой, лагает. Техника. Это нормально? Галис мод так умеет. Ого, там стекла бью. Кока-колу разбили новую. Ух ты, лагает как. А, все. Я слился. Слайд-шоу. Сейчас восстановится, пацаны. Сейчас все будет. О, все, видишь, пролагало. Ой-ой. Так, смотрим, кто у нас остался. Госдума и... Секрет. Давайте же посмотрим, кто из них будет победитель. Ну-ка, пацаны, готовьтесь. А вроде как Дэн еще остался. А где? Я его не вижу. Вон там, Волт. Дэна завалило. А, все, я понял. Госдума, держись. Давайте, пацаны, я вас верю, вы сможете выиграть. Я буду тут, на буквах летающих. Добавляй, Дим. Я уже это и сделал. Мы одинаково подумали с тобой. Да ну не. Ну и что, кто выиграл? Кто выиграл? Госдума выиграл. Госдума, да? Хорошо, Госдума, молодчик. О, вот это вообще будет сейчас эпик, ребята, вам очень понравится. Залетайте. Следующая серия, когда будем выживать на постройках, я скачаю мод, чтобы NextBot'ами управлял настоящий человек. Это будет намного эпичней, так как человек будет выбирать, куда конкретно бить, а не рандомно, как это делает NPC. Это будет круто же, пацаны? Достаточно. Все, погнали, безобидный гномик. Ой, ой, блин, ой. Ты так быстро? Ну я же жил хорошо до этого момента. Че, все слились? За один удар просто. Я еще... Нет, этот, форум... Не, вот он земли не касается еще, смотрите. Дима, я еще остался жив. А, все, секрет коснулся, я видел. Вот такая есть деревянная постройка у нас, шикарнейшая просто. Тут уже подольше будет. О, это класс. Да, согласен. Можно вот выпить водички, кто хочет. Где что, у нас колеса лежат, очень странная постройка. Колеса какая-то. Дим, тут лифт есть. Отлично, а сейчас его гномик поломает. Ха, еще есть гномик. Я буду тут в ванной сидеть, смотрите. Я просто сижу себе, отдыхаю, никого не трогаю. Просто принимаю ванну. Конечно, воды немножко нет, но ничего. Туалет у меня здесь грязнючий. Там такое творится, что это нереально. Я в шоке. Все, садись. Ой, залазь в ванну. Сейчас. Она нас спасет. Вот на бачке буду сидеть. О, давай на бачке, отлично. А я знаю, что ты воду в бачок набираешь, я понял. Ой-ой. Вот это подача была, я ж дернулся немножко.
Дима, я проиграл, смотрю. Да? Я проиграл. А я? А ты еще живой? Ну, я лежу. Значит, а подожди, тут на кровати кто-то есть? Ну, тут трудное это положение. Я. Так, так, я так. Я сзади. А, нет, Дэн опять выпал. Вот. Дэн, нет, еще не Дэн, тут еще есть человек на ван, на кровати сидел. О, нет. Именно правильно сказал, сидел. А вот еще, смотри, у нас есть форум еще живой. Че вы меня забыли? Ну, вы че? Ладно, я приму то, что я проиграл. Надо уметь проигрывать с достоинством. Ух, хорошо, что ты, я думал, ты перепрыгнешь. На которой можно было посидеть. Блин, прикольно получается, что все так круто рассыпается, разлетается по всей карте просто. Кстати, обратите внимание, у нас GM-констракт без воды. Вы видели такой GM-констракт? Это что-то новенькое. Мы здесь скоро сделаем выживание, очень круто будет. Так что не пропускайте новых роликов, подписывайтесь и обязательно колокольчик. Так, что у нас тут? А, еще Дэн, все-таки вы еще тащите, да? Ну да. Можно было на умывальнике посидеть. На меня, да, конечно. А мы специально делаем. На Дэна надо летать. Ой. Так, так, так. Все, Дэн, мы тебя поздравляем искренне. Ты лучший выживальщик на постройках от Nexbot'ов к домикам. Ты красавчик. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем бабах! Всем пока! Пока. Всем пока! Пока.